сегодня не выспались после этой автопати дурацкой. Я напилась коктейль, что-то этот неплохо теперь. Да, сейчас Женя нам расскажет, как она вчера заигрывала с мальчишками. Во, меня с парнями. Я не заигрывала, они все сами подходили. Все сами? Все пять человек сами подходили, да? Не я же к ним буду подходить. Ну тебе это нравилось, я вчера смотрел. Ой, сначала же начинают все из таких типа вопросов, привет, там, типа, а ты что тут работаешь, типа, в ESP. Ну вот так начинается, типа, безобидно, а потом понимаешь, что они, да, начинают подкатывать. Потом ты уже понимаешь, что рука уже в твоих трусах, да? Привет, доброе утро. Что ты делаешь? Приятного аппетита. Ты только прилетела? Можно я сюда присяду? Я приехала из Херсона. Как ты долетела? В смысле, доехала на поезде или да, долетела? Да. Хорошо, правда, у меня температура вчера была, но... Молодец, нормально. Ты классно выглядишь. Спасибо. Ты такая спортивная, оказывается, Лен. Ты думал, что я жирная? Нет, я не думал, я этот... Просто вчера насмотрелся там. Кого? Ну, там не было таких девчонок красивых. Ну, ты извини меня, я на бутерброде. Как себе, ты смотришь мои видео? Да, смотрю. Нравится тебе? Нравится. Супер, спасибо. Только видно было, что там во влоге из Одессы ты Женю конкретно задолбал чем. Да? Женя такая... Все время ходишь, снимаешь, и я такая... Ну, не бывает, да. Да, я иногда злюсь. Капец она. Шорты надела. Видела? Женя, улыбайся, ну ты чё? Ой, спасибо большое. Так мило с вашей стороны. Я готов всегда услужить. Вот. Оскорбление чувств верующих. Это кто? Дмитрий Усачев, по-моему, да? Здесь какой-то павильон. Прям серьезный, большой такой. Лаунж-зона. Проверка. Вот такие здесь угощения. Это сладости какие-то, похожие на канапешки. Можно выпить чай. Водичка есть. Соки. Это, по-моему, свежевыжатый сок, если я не ошибаюсь. Лимонад. Лимонад. О! А вы, как всегда, играете, да? Сегодня вот такие девушки здесь. Красивые. Там есть макароны даже. Принести вам? Ой. Покушаете? Меня больше смущают женщины полуголые. Я не понимаю их функции. Они рекламируют это, танчики рекламируют. Поаплодируем сами себе, все, кто собрался здесь. Элита YouTube, друзья мои. Элита YouTube. Вот так. Где Саша? Саша, не знаю, не пришел. Он такое не любит. Не любит, да, такие? Я посмотрю, как тебе здесь? Скажите, кто вы? Нормально, я только зашла, А, только зашла? Мы просто устали уже, давно здесь находимся. Стас, привет. Твоя фанатка ярая, Женя. Она все видео твои смотрит. Да, все видео посмотрела. Прямо сейчас уже, давайте. Передаю привет казахстанцам, Казахстану, всем своим лицом и ртом. Все приветы. И это хорошо. Все, да, да. Все, это все. Иди. Привет. Привет, 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 всем привет. Сегодня у нас два Стаса. Кричи, кричи. В какой-то момент должен быть и кричи, Витя, Сара! Витя! Витя, Витя!
прекрасно. Я встретил своих, встречаю здесь своих зрителей. Очень приятно. Сказочный экспонат такой. Интересно, ему не тяжело ее носить? Где вы взяли рыбу? Мне подарили. Подарили? Да. Круто. Что это такое? Что ты ешь? Не знаю, вот это вот так. Блин какой-то, курица. Ты что, стресс заедаешь? Я голодная, чувствую. My deep is big, my deep is very big. Давай. My deep is big, my deep is big. Всем привет. А почему она дымится? Потому что это жидкий азот. Мороженое жидкого азота. Мороженое. Можно я маленький кусочек опущу? Нет, нельзя. И с кем тут идешь? Я с парнем пошла. Тебе помочь? Морально или материально? Сумку донести хотел. В такой очереди надо выстоять, чтобы получить автограф или сфотографироваться, допустим, со Стасом Давыдовым. Стас Давыдов здесь, по-моему, будет до вечера стоять, потому что к нему очень большая очередь. Сейчас после фестиваля решили прогуляться немножко по Крещатику. И здесь ребята выступают, прям танцуют так интересно, очень большая аудитория собралась. Капец, у тебя шарик надулся. Bubblegum, лучший друг индейца. Плохая груша, да? Сколько надо ударить, чтобы был приз? Сейчас. 900 там, короче, вот сейчас рекорды. Опа! Какие красивые собаки! Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. О, смотри, Луи Виттон. Да, вон Гуччи. А вон Гуччи. Это такси. О, смотри. Ой, мамочка. Одна хочет фотографироваться. Надо. Сумки твои любимые. Женера. Да, Жене очень сильно нравятся сумки Prada. Она прям вообще жить без них не может. А вон там очки, видишь? А здесь сумки и обувь. Это специально для тебя магазин. Красиво. Классно, да? А вон, смотри, обувь какая. Видишь, на лабутенах. Prada. Красивые барки. Да, только они 60-х немного, ничего? Так сейчас же в моде. Что? Ну да, ну посмотри, реально мода возвращается. Да? Смотри, видишь, вот это ремешок толстый, грубый, и каблук грубый, толстый. Ну да, вот даже принт 60. Хочешь попить чая? Хозяин банка. Залазь. Вообще летом здесь из ступенек вода течет везде. Вода течет? Да. Везде прям вот так стекает. Удивительно. Невероятно. А вот, вот это здание же горело, его до сих пор не восстановили. Добрый вечер, парни. Добрый. Че, как прошло? Как все прошло? Подожди, какого хуя? Я первый начал. Базара нет. Антоха, это же Антоха? Ну, конечно, Антоха. Ну, неужели я угадал? Пойдем накатим шампанского. Мы не пьем. Я верю. Ну, шампанского-то можно. Ну, капельку.
Не, это дешевое шампанское. А, у тебя есть дорогое. Да, я поэтому предлагаю. Есть еще дорогое, да. В закромах. Ты сейчас выебать меня собираешься. А в закромах у тебя. Боже, что ты докопался до людей? В смысле? Ну мы с ним... Спасибо! Дай вам Бог здоровья! Я благословляю вас, я свечку. Вот я и говорю.